На этот год нами предусмотрена установка 72 приборов учета тепла. Закон о коммерческом учете четко отвечает на вопрос, кто должен установить счетчики. Это непосредственно коммунальное предприятие теплоснабжения города Одессы. Что касается форм собственности, вне зависимости от формы собственности, мы говорим о наших абонентах. Поэтому именно коммунальное предприятие должно будет обеспечить те многоквартирные дома, которые являются нашими абонентами, приборами учета. Сейчас должны принять закон 2458, который как раз и определит, как именно в тарифе будет учитываться эта составляющая. На сегодняшний день в нашем тарифе ее нет. Мы ждем принятия закона, тогда уже будем, соответственно, с теми положениями, которые законодатель для нас определит, разрабатывать. Но если говорить о законе о коммерческом учете, то именно наше коммунальное предприятие должно обеспечить приборами учета наших абонентов.